Нещодавно у селі Спаське Терпінівської сільради з професійним святом вітали діючих працівників сільського господарства та ветеранів сільськогосподарської праці. З щирими побажаннями до односельців звернулася терпінівський сільський голова Наталя Овсянікова. То, что делаете вы в вашем селе, то, что делает руководство вашего села, и вам по-хорошему завидуют жители сел нашего сельского совета, так это точно. Потому что вот так тепло, как у вас, бывает не во всех селах, далеко не во всех. И очень приятно, когда вы и на Спас собираетесь, и когда вы собираетесь на День работника сельского хозяйства, и я хочу сказать, что это единственное село нашего совета, в котором проводится этот праздник. Именно где чтут ваш труд, где укланяются вашему труду, то, что вы делаете для себя, для своих семей, для своего села. И сегодня, в этот день, я хочу прежде всего вам всем пожелать, чтобы у вас было здоровье, чтобы у вас всегда на столе был теплый хлеб, чтобы вы всегда были здоровы. Это самое главное. Директор агрофірми «Мир», депутат райради Василь Руденький привітав працівників сільського господарства зі святом та побажав гарних врожаїв та запашного хлібу на столі. Я хочу на сьогодні, в цей день і в цей вечір пожелати всім крепкого здоров'я, благополуччя, чтобы вы получали зарплату такую убедительную, чтобы наше государство не поднимало тарифы, и вы могли заплатить за тот газ, который мы провели, за ту воду, за то электричество и за все остальное, чтобы вы прекрасно жили. И самое главное, чего я хочу пожелать всем, чтобы закончилась эта проклятая война, чтобы наши ребята, когда мы смотрим по телевизорам, не возвращались оттуда без ног, без рук. Чтобы все это прекратилось, чтобы был благополучный, нормальный мир на земле, чтобы наши дети вот эти только радовались, пели песни и танцевали. Вот это самое основное. Василь Руденький зазначив, що цього року працівникам агрофірми «Мир» вдалося зібрати гарний врожай зернових та соняшнику. Ми сьогодні добились хороших показателів врожаю, а іменно намолотили в пределах 5000 тонн зерна, это почти 50 центнеров. Ну, я думаю, на пенсию не буду уходить до тех пор, пока мне 50 не будет. Ну, за 55, это на следующий год 50 и надо тянуть. Да, подсолнуха мы убрали 20 дней. Некоторые поля дали прыски. Знаете, очень приятно, когда одно поле дало 300 центнеров. А 300 центнеров, если на сегодняшний день умножить на деньги, это 3 миллиона. Это прекрасные деньги, которые на сегодняшний день можно что-то купить, кому-то выдать зарплату. Під час урочистостей завідуюча Спаською бібліотекою Наталя Рашевська презентувала селянам альбом «Жива історія нашого села» з фотографіями випускників Спаської школи різних років. Сейчас ведь все мы как фотографируемся? Селфи? Телефон пропал, и пропала фотография, ее нет. А раньше фотографии были, да, и они сохранялись. Поэтому я хочу их сохранить. У меня возникла идея, что все-таки фотографии, которые собраны, они должны жить. Вы их должны видеть. Вы должны о них помнить. Вы должны рассказывать о них детям. И родилась идея создать группу в соцсетях, в «Одноклассниках», село Спаське, місце, де я вирос. Гарний настрій впродовж свята у селян підтримували місцеві творчі колективи та виконавці. Працівникам агрофірми «Мир» від її керівництва були вручені грамоти та премії.